Значит, как работает бокотяг? Значит, привязывается за сошку. Вот видите, вот отводная. Посередине делается петля, карабин, кому как угодно. И дальше вставляется в кол. Все, натягивается. Его натягиваете, чтоб сетка почти приподнималась. Значит, как? Уходите в сторону, то есть сбоку можно крыть. Крой. Вот и все. Вся работа. Можно, в принципе, крыть и прямо. Он будет работать как преднатяжитель. Все.